На западе никого. Проверь восток, Гусь-7. На востоке никого. Проверь юг, Орлиный Хер 6. На юге все спокойно, Гусь-1. Тебя понял. Отличная работа, солдат. В игре вроде надо строить и создавать вещи, а мы дурака валяем. Понимаю, о чем ты, но это все из-за монстров. Слышал когда-нибудь о крипистах? Криперах, братан. Ну, криперах, какая разница? Не слышал. Кто они? Страшные твари ты не встретишь. Они тихо подкрадываются, шипят и взрываются. Даже понять не успеешь, что произошло. В основном они появляются ночью. В основном. Повелись, братаны, повелись! Господи! Русские! Фарт! Ай, блин! Боже! Похоже, мне конец, братан! Просто зажми рану, ты поправишься! Рана слишком глубокая. Я умираю. Становится темно. Вот, держи мое барахло, пока не пропало. Пришло время устроить им темную ночь. Лук, пожалуйста. Крипер! Не подпускайте его к стене! Не могу! У меня проблемы с соединением. Китовая басака. Народ, сюда! Здесь вход в пещеру! Парни, вы целы? Где вы? Здесь. Факелы есть, братан? Ага, вот. Ну, вроде оторвались. Да! Сыровато тут, правда. Спасибо, что спас мне жизнь, братан. Молодец, Снуп. Не растерялся. Рад, что вы целы, парни. Но что теперь? Ну, пещера ведет на восток. Будем идти до утра. Похоже, что игра стала куда страшнее. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Иван Лоев, Глеб Мещеряков, Максим Солодилов. Специально для Stop Game.ru.